Привет, Лиз. Мы выиграли 3-2. Складывалось, я думаю, все было под нашим контролем. Ну, то есть и по моментам, и по игре. То есть вели 2-0. Чуть-чуть расслабились, 2-1. Пришлось чуть-чуть разозлиться, забили третий и вновь расслабились. То есть, возможно, где-то нам разница в 2 мяча идет даже не на пользу, можно так сказать. Слушай, ну, если бы мы чуть больше имели время для подготовки, я думаю, мы бы с большей разницей выиграли. То есть я уже сам чувствовал, и вот ребята общались в паузах. С каждой сменкой лучше взаимодействие было, то есть с каждой сменой. Я думаю, французы отскочили. Хорошо, ты вернулся в сборную после большого перерыва достаточно. Как тебе вообще ощущения? Чувствуешь ли себя заново родившимся? Нет, заново родившимся я не чувствую. Я бы чувствовал, наверное, если бы мы были на, вот, как в Криде турнире, да, где по 3000 человек ходило, это было бы, конечно, другие эмоции. А тут, ну, пока нету болельщиков, ощущение, как будто мы на сборах, просто на сборах. Нет эмоций.